Всем привет! Продолжаю грузовую линейку автомобилей на моем канале, а также спецтехники. Сегодня я представляю вам Гидромэг 102Б 2014 года выпуска. Экскаватор-погрузчик. Стоимость данного экскаватора-погрузчика составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону «Автоимперия» за предоставление данной спецтехники на съемку. Вот такие ключи. Давайте начнем. Это первый экскаватор-погрузчик на моем канале. До этого я даже близко к этому ничего не снимал. Огромный ковш. Также здесь установлена автосигнализация. Сейчас нужно открыть с ключа, при помощи ключа. Кстати, двери здесь очень увесистые. Подножки. Две удобные ручки. Подсветка салона. Солнцезащитный козырек. Вещевая полка. Динамики GVC, фирмы GVC. Здесь установлена аудиосистема CD с MP3. Тканевая обивка сиденья. Подлокотники. Вещевой отсек. И вот сейчас я вам покажу вторую связку ключей, и соответственно здесь есть также сигнализация. Два подстаканника, один огромный, еще отсек, регулируется спинка, и также еще дополнительные регулировки имеет сиденье. Давайте начнем вот с этой стороны. Я думаю, это педалька для манипуляции вот этим ковшом. И, соответственно, основные органы управления. Я так догадываюсь, что это блокировка. Воздуховоды. Регулировка потока воздуха. Дополнительное освещение. Температура. Сюда вставляется ключ, омывайка, прикуриватель под аудиосистему, пепельница, джойстик, управление основным ковшом. Здесь находятся предохранители. Алюминиевые накладки, как видите.
на проветривание. Можно открыть стекла. Также воздуховоды, гудок, управление дворниками, LCD-дисплей, блокировка, аварийки, свет, скорее всего, трехспицевый руль, лентяйка. Здесь установлен дизельный движок. Также различные предупреждения. Задний дворник и сиденье, оно на 360 градусов полностью крутится. То есть, чтобы какие-то манипуляции совершать вот с этими рычагами, можно его полностью повернуть, либо повернуться вот в эту сторону. Вот так все очень просто. Экскаватор погрузчик Hydromec 102B пользуется большой популярностью за счет своей высокой производительности, экономичности и прочной конструкции. Особенности экскаватора погрузчика: низкая стоимость в сравнении с основными конкурентами, широкий выбор дополнительного оборудования делает машину еще более универсальной и незаменимой на любой строительной площадке. Дизельный двигатель позволяет экономить на топливе, а также затратах на техническое обслуживание и ремонт. Автоматическая трансмиссия идеально подходит для работы в тяжелых условиях и позволяет оператору сосредоточиться на выполнении работы. Кабина погрузчика выполнена в эргономичном дизайне. Ее пространство оборудовано для максимально комфортной работы оператора. В кабине обеспечивается широкий круговой обзор. Передний ковш управляется с помощью джойстика, как я уже говорил. Помимо прочего, установлен иммобилайзер, а также CD MP3 проигрыватель. Этот погрузчик имеет самую высокую силу отрыва ковша, а также самую большую глубину копания в своем классе за счет прямой конструкции стрелы. И вот немного информации для вас. Я думаю, интерьер, кабину мы уже хорошо рассмотрели. Сейчас можно будет перейти непосредственно к экстерьеру и детально рассмотреть экстерьер. Здесь, наверное, какие-то инструменты, я думаю, дополнительное оборудование, да, здесь ключи и еще что-то. Что касается технической составляющей, то здесь установлен дизельный двигатель John Deere, 4-цилиндровый, рабочий объем 4,5, максимальная мощность 100 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 395 ньютон-метров, число передач 5 вперед и 3 назад, заправочные емкости масла в двигателе 11 литров, топливный бак 120 литров, система охлаждения двигателя 25 литров, трансмиссионное масло 15,5, передний мост 7,6 и задний мост 23 литра. Эксплуатационная масса стандартной машины 8900 кг, машины с телескопической стрелой 9050 кг. Дополнительные опции – это кондиционер, управление джойстиками и система стабилизации движения. Дополнительное навесное оборудование – это вилы, гидромолот, быстросъемные соединения, захват для леса, грейферный захват, грейдерный отвал, гидравлический бур и ковши различных размеров. Автоматическая трансмиссия, производство Германия, ZF, автошифт, мосты также, производство Германия, гидрораспределитель, производство Германия марки Bosch, гидронасосы, производство Англия, тормозная система Bosch, производство Германия, рулевая система, производство Дания и гидравлические шланги и фитинги, производство Англия. Полки для вещей, просторная кабина, отличная обзорность. И сейчас уж давайте перейдем
к экстерьеру этого экскаватора-погрузчика. Дополнительный свет. Различные рекомендации. Кстати, вот с каким звуком закрывается дверь. Такой глухой звук. Да, и с этой стороны тоже открывается. Кстати, вот манипуляция основным ковшом гидравлика. Слегка опустил я ковш. Таблица технического обслуживания, двигатель, трансмиссия, передний мост, дифференциал и ступицы заднего моста, гидравлическая система и тормозная система, хладагент, вода с антифризом, смазка скольжения телескопического ковша, также переднее колесо, заднее и меры предосторожности.
И вот эти приборы, они имеют хромированную окантовку, колодцы приборов. Я так думаю, это уровень звука 78 децибел. Очень просторная и практичная кабина. Я думаю, оператору здесь будет комфортно. Вот такой интересный экскаватор-погрузчик Гидромек 102B 2014 года выпуска. Еще раз напомню, стоимость данного экскаватора-погрузчика составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей. На этом обзор данного погрузчика завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.